Никольский храм в Ишиме. Миниатюрная копия храма Христа Спасителя, 19 век. Купеческий особняк 19 века, потом здесь находилась церковно-приходская школа, а потом краеведческий музей. Сейчас здание принадлежит Ишимской епархии. В Никольском храме Ишима. Такой высокий-высокий купол. Красивый иконостас, красивые фрески. Колокол. Храм в Ишиме относится к памятнику федерального значения. Храм построен в стиле сибирского барокко. Это 18 век. В нижнем зимнем храме Богоявленского собора. На втором этаже, в верхнем красивом храме, идет реставрация.